Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу, что ответили Михоя о том, почему геопостройки не всегда работают и почему это вызвало негативную реакцию со стороны игроков. Кстати, не забывайте участвовать в розыгрыше 10 боевых пропусков, который проходит у меня на канале. Слабый компьютер и низкий FPS в 21 веке это больше не проблема, ведь теперь на помощь придет уникальный сервис облачного гейминга Gotogo. Звучит фантастически, но он позволяет сделать практически любой компьютер игровым. Механика проста, видеосвязь виртуального игрового компьютера транслируется прямиком на ваш ПК или ноутбук, в то время как от вас туда посылается движение мышки и нажатие клавиатуры. Покупая подписку, каждый игрок здесь получает в свое эксклюзивное пользование игровую карту и 8-ядерный процессор i9 10-го поколения. Все, что вы запускаете на своем компьютере и даже больше, легко пойдет на Gotogo. Сервис Gotogo работает практически на любых, даже самых слабых компьютерах или смартфонах. Играй в свои же приобретенные игры или скачивай на виртуальный ПК любые другие платные и бесплатные игры из любых источников. Все, что скачивается, бережно сохраняется и доступно в любой момент. Чтобы начать играть, достаточно лишь иметь интернет со скоростью от 10 мегабит в секунду. Несмотря на быструю скорость, время на загрузку и установку игр вам компенсируют. А техподдержка всегда готова абсолютно бесплатно провести тонкую настройку и гарантировать максимальный результат. Можно играть в Genshin Impact прямо с телефона. Переходи на сайт Gotogo и играй в любимые игры в любое время. Ссылочка есть в описании. Итак, к сожалению, это довольно обычное дело для Михоя, когда изо дня в день переживает возмущение игроков из-за всего подряд, что появляется и не появляется в Genshin Impact. Недавно снова был протест по поводу того, что механика Genshin Impact не работает так, как хотели бы игроки, и это вызывает серьезную проблему. В течение 2021 года игроки сообщали об ошибке, из-за которой геоструктуры не создавались на поверхностях, содержащих воду. Проблема стала более актуальной во время битвы с боссом Океанидом. Геоперсонажи, такие как Джун Ли, Альбедо, Нингуан и геопутешественник, были затронуты этой проблемой. Геоконструкции попросту сразу же разрушаются на водной поверхности. В результате, многие игроки Genshin Impact выразили недовольство разработчикам по поводу этой проблемы. После постоянных жалоб от комьюнити, Михоя наконец ответила на эту тему. 7 ноября 2021 года Михоя заявили, что на самом деле это не ошибка, а функция, предназначенная для игры. Разработчики сказали, что игроки могут сначала заморозить воду, а потом поверх создавать геопостройку. Я решила проверить, действительно ли можно поверх льда поставить геоконструкцию. Но, как видите, нельзя. Я даже ультанула на Дионе и Розарии, чтобы заморозить как можно большую поверхность воды, но все равно не смогла поставить поверх геоконструкцию. Кстати говоря, я тоже думала, что это специальная фишка игры, но все же расскажу вам, как на это отреагировали другие игроки. Хотя ответ разработчиков на первый взгляд кажется правдоподобным, ветка Reddit показывает, насколько расстроены некоторые фанаты. Заявление китайского разработчика сообществу расстроило многих игроков Genshin Impact и вызвало значительную негативную реакцию. Одни игроки сказали, что разработчики не хотят прилагать усилия, чтобы исправлять проблемы, а другие говорят, что это просто результат ленивого и плохого игрового дизайна. Игроки также отметили, что способности Альбедо и Нингуан на самом деле плавают, а не касаются какой-либо поверхности, что может обеспечить легкое решение этой проблемы. В общем, в настоящее время майнерам геостихии придется ждать и надеяться на исправление. Возможно, игроки неохотно прислушаются к совету разработчиков относительно того, как заставить геоконструкции корректно работать на водной поверхности. Или, может быть, Михоя вернется к этому вопросу в будущем. А что думаете по этому поводу вы? Пишите свои ответы в комментариях. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал и ставьте пальчики вверх. Всем удачи!